Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Касается она металлообработки, токарки, точных замеров. Пластмассовая такая ручка за 100 рублей. Но это не простая ручка. Это как раз вот для тех, кто любит с деревяшечки работать. Это ручка с линейкой. Собственно, вот сама ручка, где вы по дереву можете отметить что-то, да? Что вам там надо. Она пишет хоть? Сейчас проверим. Пишет. Черный. Да? Черный, черный. И ну, вот это все, это просто бутер. То есть, этого, ну, нет, это... Она больше как сувенир. Но линейка на ней четкая. И это мини-штангенциркуль. То есть, вот смотрите. Раз. 3 сантиметра ровно. То есть, вот такая под рукой ручка вместе с... со штангенциркулем. Всего лишь там, грубо говоря, за 100 рублей. А может, чуть больше. Ссылку оставлю в описании. Проходите, заказывайте. Всем спасибо, удачи.